Привет! Мы в магазине Explore By, и сегодня у нас будет небольшой топ самокатов ценой до 350 белорусских рублей. Мы нацелены на самокаты, которые идеально подойдут как для начала катания, так и для продолжения. Ну что, погнали? Итак, на пятой строчке нашего топа расположился самокат под названием Limit LMD60. За счет своих небольших габаритов он подойдет райдерам до 135 см ростом. Из плюсов можно отметить, что на самокате установлены колеса диаметра 110 с подшипниками ABEC-9 внутри. Также на нем установлены промышленные рулевые подшипники, что дает рулю более мягкое вращение. Цена самоката составляет 265 белорусских рублей. И четвертую позицию в нашем топе занимает самокат с названием Triumph Active SKL-051. Самокат подойдет для райдеров с ростом до 145 см. Из его особенностей можно выделить фрезерованную алюминиевую вилку, что для самокатов в его ценовой категории довольно редкое явление. Также можно выделить его небольшой вес – 3 кг 600 граммов. Цена самоката составляет 285 белорусских рублей. Ну что, погнали дальше? Самокат Statum Sheriff располагается на третьем месте нашего топа. Из плюсов можно отметить, что на самокате установлен довольно неплохой руль, высотой 67 см. Это значит, что самокат подойдет для райдеров с ростом до 170 см. Далее к плюсам мы отнесем довольно прочную деку, а конкретно стакан показывает себя очень хорошо. Из минусов здесь цена 355 белорусских рублей, даже на 5 рублей превысила наш бюджет. И вторую позицию нашего топа занимает самокат под названием Hype H3. Из плюсов – это самокат от мирового испанского бренда, и какой-никакой респект вы от своих друзей точно получите. Если рассматривать реальные плюсы самоката, то можно отметить неплохое качество сборки, также промышленные рулевые подшипники в рулевой рейке, значит руль будет крутиться мягко и плавненько. Однако есть пару минусов. Его ценник может доходить до 350 белорусских рублей, в зависимости от его расцветки. И на первом месте нашего топа располагается целая серия самокатов от бренда Z53 под названием Predator Cast. В этой серии есть около 6 самокатов, и один из них отличается более большой ценой, однако она идет за счет того, что весь самокат выполнен в неохромном цвете. Остальные же стоят 299 рублей. Из плюсов мы можем отметить, что на самокатах довольно прочная дека, что отлично себя показывает со временем. Довольно красивые колеса с прозрачным полиуретаном и хорошая высота руля. Этот самокат, кстати, подходит для райдеров с ростом до 170 см. И по сравнению с предыдущими самокатами, как мы думаем, это будет лучший вариант за счет своей цены и качества. Ну что ж, на сегодня все. Спасибо за просмотр. Следите за нашей активностью в соцсетях. До скорых встреч!